Чрезвычайное происшествие произошло в самом центре Твери в конце прошлой недели. Обрушилась часть тротуара набережной Афанасия Никитина у Старого моста, причем в одно мгновение на глазах у ошарашенных прохожих. Подпорные стенки, ограждения и часть асфальта обвалились всего за считанные недели до планового ремонта. О причинах, последствиях и дальнейшей судьбе набережной в нашем следующем материале выпуска. В традиционной весенней битве стихий вода одержала победу над землей. Как сообщили в администрации города, именно прохождение подземных вод в этом месте, которые могли размыть грунт, вероятнее всего и стало причиной того, что мощные железобетонные части набережной раскололись на куски и пали. Как рассказывают жители Твери, постоянно здесь прохожие, еще утром в пятницу на тротуаре появилась огромная трещина. А уже к обеду бетонные столбы и металлическая конструкция катились вниз по крутому берегу. К счастью, ни пешеходы, ни постройки не пострадали. Удар приняли на себя деревья и кустарник. Под тоннами бетонных плит оказались поручни и лестницы. Ходить здесь теперь явно опасно. Арматура выгнута, валяются бетонные блоки, тоже с торчащими, причем ржавыми штырями. К тому же тротуар откололся неровными частями. Есть острые выступы и трещины в асфальте. А потому даже смельчакам лучше воздержаться от прогулок в этом месте. Пока вокруг руин колышется предупредительная лента и расставлено пластмассовое ограждение. Заходить в пределы этой зоны попросту опасно. Пешеходы, чей ежедневный маршрут передвижения затрагивает этот участок, рассказали, что недавно заметили, как неестественно накренился забор. Ну, сама набережная, конечно, красивая стала. Ну, забор бы надо было подровнять, поставить, потому что он заваливается. А мне кажется, тут из-за того, что все-таки обрыв сразу находится, а он каждый год я прохожу и смотрю, он всегда наклонен так. Поэтому это природные условия такие, мне кажется. Ну, так удовлетворительно. Ну, вот видите, сами. Ну, время пришло. Давно надо ремонтировать. Плохое состояние набережной. Спортивный комплекс, где можно тренироваться, бегать. Но он, конечно, некрасивый, да, стоял, мог упасть в любой момент. Безусловно, население волнует дальнейшая судьба набережной. В пресс-службе администрации города заверили, что тротуар в указанном месте включен в планы ремонтной кампании 2021 года. Специалистами проводится анализ состояния подпорной стенки для определения объема необходимых работ по ее укреплению.